Я приветствую всех телезрителей. В эфире 21-я телевизионная передача телевизионного канала NEVS TV. И я его ведущий Всеслав Солов. Сегодняшнюю передачу я буду вести с моим соучеником Рати. То есть он мне будет задавать вопросы, а я буду отвечать на них. Итак, первый вопрос. Рати, слушаем его. Здравствуйте, Всеслав Маркович. В 18-й передаче вы сказали, что душа человеку дана дьяволом. Вы не могли бы объяснить, почему это так? Ведь во многих религиях, философских мировоззрениях говорится о том, что душа божественна, имеет божественное начало. Хотя бы обратимся к христианству, к Библии, к Ветхому Завету, где есть такой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Если действительно душа человека создана дьяволом, то почему же существует такое заблуждение, что душа божественна? Почему кому это выгодно говорить так, что душа божественна, и скрывать от людей правду? Спасибо. Ну что ж, в принципе, вопрос интересный. Я бы сказал, в точку. То есть попытка меня как бы поймать и заставить объясниться. И, в общем-то, это правильно. Дело в том, что человек, как данность, со всеми его органами, да, включая и душу тоже, конечно же, был создан Господом, да, Всевышним. Но проблема в том, что душа человека, она была никак не проявлена. То есть совершенно чистая, лучезарно чистая, абсолютно чистая, божественно чистая. Это вот когда Адам с Евой жили в рае. И можно было дойти до края земли и посидеть, и ножками поболтать, так сказать. Не было грехов никаких. Но появился змей, искуситель, да, и яблоко, и так далее. И потом изгнание в ад, то есть на землю, и Адама, и Евы. Что мы в итоге получаем? Мы в итоге получаем, что душа, когда она не проявлена, так ее, считайте, и нет. Но если у вас лежит, ну, скажем, там, в сумочке, ручка, а вы вообще ею не пользуетесь. Может сказать, что у вас ручка есть? Ну, условно, да, можно сказать. Но вы ей никогда не пользовались и не будете, допустим, пользоваться. Значит, можно сказать вообще-то, что у вас ее нет, потому что можно ее с таким же успехом выложить из сумочки, и она будет также не нужна. То есть, получается, душа человека, которая была при нем от Господа, да, при человеке, она, в принципе, и не надобилась человеку. Она была чиста совершенно, но ее начал грязнить кто? Искуситель, дьявол. Дело в том, что душа человека – это вместилище его гордыни. И когда она была чиста, она была совершенно гордыней уравновешенной, а значит отсутствовала. То есть, когда гордыня уравновешена, она отсутствует. Вы сами понимаете, если все звуки уравновесить, то будет полная тишина, а значит отсутствие звуков. То же самое и здесь, отсутствие души, понимаете? Потому что она была уравновешена. Ну, вот я вам так вот стараюсь как бы логически доказывать, да? Но предусмотрено Господом, конечно, это явление было. То есть возможность гордыни. Но не проявлено. И вот дьявол-искуситель, он проявил душу. То есть он понял, что это гордыня, да? И что вот именно на гордыне там можно и управлять полностью человеком через душу его. И он начал с искушения, с греха, и пошли накапливаться всевозможные проблемы у человека и у людей, размножающихся от Адама и Евы. Много-много разных искушений. То есть душа постоянно на своей гордыне
Согласна была делать что угодно, хоть убивать, хоть грабить, хоть надсмеиваться, хоть бить, хоть хохотать, хоть плакать, но лишь бы гордыня ее была незыблема и, самое главное, первая впереди всех. Понимаете, то есть дьявол оттачивал в каждом человеке и оттачивает, да, душу, которая абсолютно из себя представляет только лишь сгусток греховной гордыни. То есть гордыни проявленной. Вот оттачивает гордыню. Вот прямо она ж блестит со всех сторон. И рвется в бой, чтобы еще чего-то достигать. А чего достигать-то? В принципе, нечего-то достигать. Просто она старается гордыне себя сохранить среди всех, да? Растолкавши всех плечами, там, ногами, чем угодно. И получить больше каравай, больше покушать, больше... не знаю, поспать больше, посовокупляться больше, еще чего-то и так далее и тому подобное. То есть, получается, душа все-таки, по большому счету, да, была дадена человеку дьяволом. Хотя и предусмотрена была Богом, но проявлена и дадена дьяволом. Потому что уравновешенное, что угодно уравновешенное, тут же отсутствует. Но если свет совершенно уравновесить, то наступит абсолютная тьма. Понимаете? Что угодно уравновесьте, и это перестанет существовать. Также гордыня уравновешенная, души не было. Хотя вроде бы и предусмотрено Господом, что вот как бы он и душу дал человеку. На самом деле душу-то проявил дьявол, значит, он ее и дал. То есть получается, это как бы немножечко, может быть, с натяжкой сказано, но справедливая ведь натяжка. Все-таки душа дадена человеку, по-настоящему дадена дьяволом. Вот мой ответ. Получается, что если человек любит, чувствует, эмоционирует, переживает, то все это от дьявола. Можно ли любить на уровне ментала? И как будет выглядеть эта любовь? Можно ли любить ментально? Я вам скажу, что при помощи мыслей, при помощи абсолютно чистых мыслей любить нельзя. Это противоестественно. Мысли могут только что объединять, понимать, перемещаться, осознавать что-то, да, человек может через них, но не любить. То есть мысли всегда выше любви, выше любых эмоций. Так вот, что интересно, это не значит, что человек, который... будет совершенно без души, избавиться от нее, он не сможет любить. Почему не сможет? Он может объединяться с объектом так называемой любви и понимать его изнутри полностью, яко себя самого, понимаете? И от этого он будет что? Совершенно другие видеть границы осознанности, они будут расширены у него, более объемны. И он будет, ну, в кавычках, счастлив, то есть он будет... спокоен. В мыслях ведь тоже можно волноваться, дергаться, понимаете? Но он будет более спокоен. И вот чем выше человек развит и развит в ментале своем, вопрос об этом был, тем меньше он любит так, как мы привыкли с вами любить. Поэтому любовь в ментале вообще-то есть, конечно, есть. Но чем выше ментал, тем она больше напоминает понимание. И успокоенность, уравновешенность. И скорость, огромная скорость. И, естественно, что простор объединений больше. Вот много-много-много всего. Чем больше любви, тем больше всего объединяется. И сущность понимает это мгновенно. Господь любит все совершенно. В нем объединен весь мир. И все предметы находятся в Господе нашем. И, естественно, Он этим вот и любит нас. Он понимает нас. Сейчас вам очень трудно будет понять ментальную любовь. На пальцах не объяснишь. В человеческой речи и в русском языке в том числе нет таких категорий, чтобы пояснить это состояние, ментальное состояние. Но я попытался вам немножечко приоткрыть занавесочку и сказал, да, что чем больше, ярче будет любовь в ментале, тем больше будет разных вещей, объединено в человеке. Скажите, пожалуйста, что происходит с душой, в душе человека,
когда он злится, агрессирует, когда испытывает чувство страха, когда испытывает сильное чувство любви, испытывает вдохновение. Что происходит в душе, когда он грустит? Ну, этот вопрос достаточно многогранный и по ответу может быть бесконечным. Вот. И звучать-то как вопрос тоже может бесконечным. Бесконечно, потому что можно перечислять всякие эмоции, да, человека, ну, бесконечно. Но на некоторые перечисленные здесь в этом вопросе можно ответить. Что значит грустить человек? Что происходит с душой? Ну, сами посудите, да? Что такое грусть? Грусть – это значит, где-то немножко как-то ущемлена гордыня человека, ибо главная ипостась души, из чего она сделана, это гордыня, да? Будем и помнить, не забывать об этом, помнить при ответе. Значит, получается, если грустно, значит, как-то с каким-то налетом ущемлена гордыня. Каким? Что такое грусть? Грусть – это, ну, это же не вот печаль какая-то, беда, проблема, а это вот грустно человеку. То есть, сожаление такое, вот, оно может и глубокое, может не глубокое, но оно не смертельное, понимаете? Так вот, грусть обычно идет от самого человека. Откуда она возникает? Она возникает от понимания, от соприкосновения каких-то двух предметов в человеке. И он вдруг видит, что, допустим, вот этот предмет изменился, и он больше не увидит его таким, какой он был. Допустим, его улица детства, она теперь застроена большими высотными домами, и он понимает, что он никогда уже больше не увидит свою улицу, нежели на фотографиях или в своей памяти будет вспоминать. И у него возникает некая грусть. Не беда ведь, не проблема, но грусть, понимаете? То есть это, прежде всего, что понимание. От понимания, вот у обычных людей, от понимания спускается в душу вот это вот состояние, допустим, грусть. Если гневается человек, что у него возникает с гордыней? Значит, гордыня как-то ущемлена. Как она ущемлена? Значит, она вот стоит колом, да, вот-вот среди всех красуется, и вдруг ей по башке бьют и заставляют куда-то там, да, подвинуться, согнуться, поклониться там и так далее. Естественно, человек взбешен, да, он не хочет так, он протестует, он хочет оставить все как есть, гордыня должна у него вот, да, колом стоять и быть главной. Вот что происходит с человеком. И, естественно, он начинает сопротивляться, пускает в ход кулаки, мозги, свое образование, чтобы гордыню его не тронули. И насколько у него это получится, он ее постарается сохранить. То есть, вот когда вы будете рассматривать любые состояния человека, я думаю, достаточно пару примеров я пояснил, то прежде всего помните, гордыня – это и есть душа. И какая она может быть? Ущемленная, да? Может, возвеличенная быть гордыня. Может быть, как-то гордыня шапочку какую-то, невидимочку одевать. То есть, человек как бы прячется. Да, не хочет выказывать свою гордыню, ну и так далее. То есть очень много разных оттенков. Если порассуждать, вы сможете ответить на любой из них, что происходит с душой человека. Вот так я коротко бы ответил на этот вопрос. Вы могли бы предложить жителям Земли упражнения или упражнения, которые помогли бы укротить душу и которые можно было бы практиковать даже ребенку, начиная с малых лет? На этот вопрос ответить достаточно легко. И детей можно учить, и взрослых. То есть это практиковать может любой человек. Что здесь я могу предложить вам? Берете и помните, и ребенку это же внушаете, что самое главное в этом мире – не уступать своего места и не занимать чужого. Это самое главное. То есть по возможности охранять свое место, то есть свою гордыню, да, и по возможности не наступать на другое место, то есть не ущемлять другую гордыню. Это вот в условиях Земли, в условиях проживания в дьявольском мире упражнение номер один. То есть полностью здесь божественную душу сделать и уравновесить ее, ну, на Земле, ну, практически невозможно, пока не придет сюда Всевышний, вот он придет, построит Царствие Небесное с нами вместе. Вот тогда здесь можно будет душу абсолютно очистить до нуля, и она будет блестеть и исчезнет. Да? А пока вот мы живем в дьявольском мире, то вот это хотя бы упражнение. Не наступай на чужое место и не уступай своего. Борись за свое место, насколько можешь,
и других не кусай, говорит. Есть такое понятие, как продать душу дьяволу. Вы могли бы прокомментировать его? Ведь если человеку душа дана дьяволом, то какой смысл ее продавать ему? Ведь она, по сути, и так принадлежит ему. Или же нет? Или же душа все-таки принадлежит человеку? Такое понятие, как продать душу дьяволу, оно, да, реально существует. И в реальности, да, это можно сделать. И ритуалы специальные есть, я не собираюсь здесь никого обучать этому. Я просто поясню, что происходит. Душа человека, ну, вроде бы как да, она принадлежит человеку, да, хотя полностью дадена дьяволом, да, от Бога пришла, дьяволом оживлена и принадлежит человеку. Вот такие интересные ипостаси с душой. Но когда человек продает ее, то есть, что значит продает? Он полностью отдается дьяволу. То есть, до этого он мог сам участвовать в своей жизни, да? Добиваться чего-то, карьеры, там, денег зарабатывать больше, там, детей рожать или еще чего-то, друзей иметь и так далее. То есть, он сам всего добивался и где-то там, да, что-то он мог получать, где-то не получать и так далее. Но когда он душу продает дьяволу, то есть, он говорит, на, полностью пользуйся моей душой как угодно, но дай мне вот богатство там, любви там, еще чего-то. И если такой ритуал прошел, и дьявол принял его душу, то тогда человек живет счастливо как бы. То есть у него есть деньги, у него есть любовь, у него есть власть там и так далее. Да, все хорошо, что он попросил, то и далее. Но он теперь не принадлежит себе вообще. То есть вот если нужно, его дьявол ночью поднимет и за 3-9 земель заставит поехать, стать на перекрестке, чтобы в его машину врезался какой-то другой человек и погиб. Вот дьявол нужно, чтобы он там погиб, на этом перекрестке, понимаете? И он берет того, кто продал ему душу, и ставит нужные места. То есть он пользуется этими людьми. Он заставит его, может, где-то не впопад смеяться над кем-то, понимаете? Чтобы тот человек, услышав насмешки, пошел и повесился или убил кого-то, понимаете? То есть душой этого человека, который продал ее дьяволу, будет полностью управлять дьявол. Но благо этот человек будет иметь. Скажите, пожалуйста, что произойдет с человеком, когда он отработает все свои душевные порывы, отработает свою душу? Как будет выглядеть его жизнь? Как будет выглядеть его следующая инкарнация? Или же он станет бессмертным? Человек никогда не способен полностью отработать свою душу. Это нереально, понимаете? Здесь на Земле все эти формы гордыни и формы наслаждения для гордыни бесконечны. Абсолютно бесконечны. И поэтому отработать душу вот для обычного, непосвященного человека, для профана, да? Но нереально, невозможно. Можно отработать, если человек идет и занимается определенными категориями понятий, да? Вот. А он развивает себя, он посвящается в божественность поэтапно, не торопясь, то он будет не отрабатывать душу, а потихонечку избавляться от нее, уравновешивать, и она будет все меньше и меньше тревожить этого человека и в конечном итоге превратится в линию, то есть исчезнет. И тогда человек может войти в Царствие Небесное, так называемое, и получить абсолютное счастье. Но об этом уже говорить надо немножечко как бы по-другому, когда вы уже будете вот хоть немножечко понимать это иначе, нежели как сейчас вы вот живете, и ваша душа эмоционирует, и вы зачернены всякими туманами, и я не смогу достучаться до вас и объяснить все это, как это будет в Царстве Небесном без души. Но еще раз подчеркиваю, что я отвечаю на этот вопрос, или отвечая на этот вопрос, говорю именно так, что душа человека может работать здесь, отрабатываться на земле среди дьявольского мира бесконечно. И только посвящение в божественность, поэтапные, неторопливые, смогут избавить человека
от вообще присутствия души, уравновесить ее. Ну, ведь Господь так и говорит, кто избавится от души своей во имя мое, тот приобретет ее. Понимаете? Видите, тот приобретет ее, тот правильно приобретет уравновешенную, ту первоначальную, божественную. В вашем крайнем романе «Астрального тела» вы говорите о том, что хозяин иллюзии – дьявол. 18-я передача, вы говорите о том, что душа человеку дана дьяволом. Где же мир божественного, который должен стремиться человек? Где же он? В божественном мире астрала не существует, души не существует, эмоций не существует. У Бога есть предметный мир. Вот мы можем все, что угодно пощупать вокруг нас и увидеть, да? Это вот предметное. И беспредметное, то, что у нас находится в голове или за пределами видимости любого нашего предметного острова, где мы находимся. Ну, насчет логики предметно-беспредметных островов вы можете посмотреть мои телевизионные передачи. Их две есть. Посмотрите по списку, по названиям, и будете поточнее знать. Значит, еще раз подчеркиваю, получается, в мире Бога есть только предметное и беспредметное, то есть сознание. В мире Бога можно думать, и все будет происходить так, как ты думаешь. Все равновешено и счастливо настолько, что не требует доказательств, понимаете? Вот так можно сказать. А все вот эти астральные дела, да, переживания, выходы в астрал, с душой там связанные и так далее – в общем-то, это все уже ересь, то есть это все дьявольское. Вот смотрите, даже вот древние христиане, да, они рисовали душу, когда еще жили в пещерах, да, вот, они рисовали наскальную живопись, рисовали душу в образе чертика. То есть они уже тогда понимали, что душа человека абсолютно черна и принадлежит нехорошему, да, дьяволу. Вы говорите о том, что прежде чем сущность станет человеком, она является в этот мир растением либо животным. Скажите, пожалуйста, чем душа, предположим, таракана, в первый раз появившегося на предметном плане, отличается от души человека? Душа человека и душа таракана – суть одно и то же. Хоть душа камня, хоть душа слона, хоть жирафа, хоть дерева там, и так далее и тому подобное. И вообще по инкарнациям, по воплощениям, человек может иногда возвращаться назад и рождаться там собакой, там, кошкой, змеей, там, обезьяной, там, кем угодно, понимаете. То есть есть животные осознанные, которые уже были людьми, и временно, да, сейчас вот в теле животного находится, а человек получается. А есть животные очень глупые, первичные. Так вот, видите, уже здесь открывается ответ на поставленный вопрос. Чем отличается душа, допустим, человека от того же таракана? Пониманием, уровнем осознанности. То есть у такого животного, который уже был человеком, он уже даже смотрит, у него взгляд другой, он смотрит по-другому, понимаете? У него уже повадки человеческие, у него уже есть характер там и так далее. То есть, получается, это всего лишь навсего кармический опыт. Вот чем отличается. Кармический опыт, который суммируется, и потихонечку сущность, не будем говорить, человек, сущность обрастает этим опытом. Поэтому и у таракана такая же точно душа. То есть нет такого понятия, что у таракана маленькая душа, а у человека вот такая вот огромная душа, а у слона еще больше, да? Ну, это смешно. Это, наверное, детские представления только нам могут помогать так видеть души всевозможные. А на самом деле все души одинаковые. Для Господа, для Всевышнего они одинаковые и по размерам, и вообще по всем категориям. То есть по своим возможностям. Вот в каком смысле по категориям. Так вот. Тот же таракан, он способен потом стать супер, да, развитым и прийти к божественности.
А также и человек, который уже человек, он тоже может прийти. Причем не обязательно, что человек, вот он сейчас человек, а таракан еще пока таракан, что человек быстрее придет к Богу, станет божественным, нежели таракан. То есть на перегонки неведомо, кто быстрее, понимаете, пройдет путь кармических воплощений. Один тот же человек может по много раз возвращаться назад, в состояние камня, животного, воды, чего угодно, а таракан, может быть, постепенно будет постоянно идти только вперед. Понимаете, здесь нет такого, что вот кто-то придет быстрее, если он развит, а кто-то, да, позже. Заодно, говорится, я вас немножко просветил и в этом направлении. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли убить душу и остаться только с физическим телом и разумом? Возможно ли такое? Ну, сами понимаете, что убить душу может быть и можно, да, но кому? Только Господь, только Всевышний может убить душу, то есть пустить ее на материал. Больше никому не дадено убить душу. Никому совершенно. Даже дьявол не может убить душу. Душа бессмертна, но самое-то интересное другое, что не вся душа остается, понимаете, а только ее маленькая часть перевоплощается дальше, а все остальное, что не его, не принадлежало там человеку конкретному, который вот имел эту душу, оно все разлетается и не становится этой душой. В душе остается только самое-самое сокровенное, неповторимое, которое именно от человека наработанное, увиденное, понятое. Вот что остается в человеке. А это граммы, да, это вот кусочки такие. И если все вот убрать наносное в душе человека, оставить вот эти вот только его личностные кусочки, то человек будет безумен, абсолютно безумен. И поэтому Господь, когда наказывает, то Он лишает разума. Что значит лишает? Он убирает все абсолютно опыты души, которые не принадлежат ей, и оставляет только то, что сокровенно принадлежит этой сущности. И она обезумевает, и может жить в теле до скончания своего века, как говорится, безумный, понимаете. Вот. Я думаю, что коротко, конечно, но я ответил на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое душа человека? Как вы понимаете это понятие? Могли бы вы дать определение души человека? Ну, я уже говорил на этот вопрос, отвечал, да, говорил, что душа человека – это гордыня, прежде всего. Это гордыня. И если определение какое-то давать, то самое короткое определение – душа человека – это неуравновешенная гордыня. Отсутствие души – уравновешенная гордыня. Это божественное состояние. То есть, якобы, еще раз округляю то, что уже ранее объяснял. На своих занятиях вы рассказываете о том, почему человек не помнит своих прежних инкарнаций. Вы говорите о том, что душа человека состоит из одержаний, чужих одержаний, которые после смерти распадаются на материал, и остается только то, что человек наработал неповторимого. Здесь возникает сразу несколько вопросов. Что есть материал души, из которого она состоит? Что есть одержание с позиции материала для души? Увеличивается ли масса души в момент принятия одержания? Есть ли у души понятие масса и как с ним оперировать? Можно ли увеличивать, уменьшать и с какой целью? Если мы говорим о массе души, то, по всей видимости, у нее есть и плотность. Можно ли оперировать данной величиной? Масса души человека неизменна. Она везде всегда одинаковая. Конфигурация ее разная. Понимаете? То есть записи другие. Многословные, какие хотите. Но формы вот, она может принимать разные. Но масса души, она всегда одинаковая. Какая? Во все мироздание. Каждая душа – это все мироздание совершенно. Душа вообще-то, по большому счету, одна на всех. Одна на всех. И каждый только понимает ее кусочек. Вот и все.
Вот так можно ответить, понимаете? Вот там барахтается в кусочке общей души огромной. Я бы так сказал. А что такое материал души? Ну, материал души – это скорость. Дело в том, что все в этом мире совершенно существует только благодаря тому, что относительно, одного, относительно друг друга. Да? То есть один объект относительно другого. То есть, другими словами, этот мир материализован только благодаря чему? Скорости. А скорость порождает время. Поэтому скорость и время – величины взаимосвязанные. И отсюда получается, если что-то, то, что движется, остановить, оно тут же перестает существовать. Так вот, что же такое материал, что такое душа, да? Душа – это прежде всего сгусток скоростей определенных, да? И если она уравновешена, то этих скоростей нет, а просто есть место для нее, понимаете? Почему я говорил, она дадена дьяволом, да? А как только порождается движение, то порождается и душа. Значит, получается, душа, ее материал состоит из скоростей. И чем меньше этих скоростей, тем меньше и душа, так можно сказать, выглядит и по массе там, и так далее. На самом деле, вы понимаете, масса души, она абсолютно божественная и на все мироздание. Вот если коротко, я бы так ответил на этот вопрос. А что такое материал одержания? Ну, то же самое, вы понимаете. Одержание – это из непришедшие какие-то, там, скажем, русский язык, не ваш, но вы его выучили, да? Там азербайджанский, туркменский, еврейский, какой угодно. Но вы его выучили. А раз вы выучили эти языки, значит, что получается? Получили одержание. Научились там инженерному искусству какому-то, вы получили одержание, да? Научились плакать так же, как соседский мальчик, тоже получили одержание. И так далее, да? Научились давать ремня своему ребенку, как вас папа бил, значит, вы получили от папы одержание ремнем и теперь знаете, как бить своего сына. Ну, то есть, короче говоря, одержание вы уловили, что это такое. И опять же, что они себе представляют? Тот же самый материал, что и душа, то есть скорость. Все в этом мире, любые предметы, формы и отношения, все проявляется только в скорости. Убери скорость, и все, ничего не существует, понимаете. А вот что такое скорость уже, которая порождает время там, и так далее, это отдельные разговоры, на которые сейчас даже современная наука еще не готова практически. Ну, пока, я думаю, вот так я ответил на этот вопрос. Вы говорите о том, что физическое тело и разум даны человеку Богом. Но что же происходит после смерти? Астральное тело, душа человека, покидает его физическое тело. Физическое тело разрушается в земле. Что же происходит с разумом? Что переселяется из тела в тело с каждой инкарнацией? Ведь получается, что астральное тело, даденное дьяволом, продолжает существовать практически бессмертно в той или иной форме. Да, что-то разрушается, что-то уходит, одержания идут на материал, из которого частично состоит человек. Но какая-то часть остается бессмертной, и получается, что каждый раз Бог дает человеку тело, новое тело. Но ведь душа же ведь частично старая. Почему так, что тело смертно, даденное Богом, а душа, даденная дьяволом, остается бессмертной? В этом вопросе Рати практически сам запутался. У него мысли уже тормозились, и он думал, как выкрутиться из этого состояния, которое он, в общем-то, зачал или почал своим вопросом. В общем-то, здесь очень много, конечно, заблуждений в вопросе. Бессмертная душа. Ну, душа вообще-то дадена, мы уже знаем с вами, да? То есть она пришла, само состояние, то есть место для души от Бога, а дадена дьяволом. Ну, кто сказал, что она бессмертна, то, что дадена дьяволом, бессмертна? Все, вот наши эмоции и переживания, что они бессмертны, если мы от них избавляемся, все, остается только место для души, и этого ничего нет. Где же она бессмертна? То есть уже в корне неправильный подход, да? Душа, оживленная дьяволом, она не бессмертна. Она обязательно конечна, понимаете? То есть вот здесь уже ошибка получается. А тело, Рати говорит, смертно, да, даденное Богом.
Ну, вы понимаете, какая штука? Надо немножечко по-другому смотреть вообще-то на мир. Дело в том, что наше тело физическое – это часть нашего сознания. Ну, более такая вот остановленная, грубая, что ли, да? Душа, так называемая, тоже – это часть нашего сознания. Мысли наши тоже – это часть нашего сознания. Дух – это тоже часть нашего сознания. Понимаете? То есть это вот и есть полностью монада, то есть проявленная сущность, человек, да? И нельзя рассматривать в отрыве тело там, от души, там, от мозгов человека там, и так далее. Все это единый организм. И когда, как бы вот Радси спрашивает, что, мол, получает человек новое тело на следующую жизнь, в следующей жизни, в следующей инкарнации, то как бы это объяснить, да? Ну, как получает? Просто это тело, да, оно остается на переработку стихии, то есть на материал уходит. А он при помощи своего мышления, своих переживаний, там, своего духа, чистого опыта, кармического там, и так далее, он, человек сотворяет себе, сам сотворяет тело физическое. По образу чего? По образу души и мыслей своих там, и так далее. Тело принимает конфигурацию именно такую. И это будет там, может, женская особь или мужская. Все зависит от того, какие наработки человеку нужны и что он себя представляет на данный момент уже по развитию, понимаете, при очередном рождении. То есть человек сам, это автоматически это происходит. Это уже не Бог дает тело, а и вообще тело-то не существует. Это наше тело, оно точно такое же беспредметное, но просто мы привыкли его ощущать, понимать. Это отдельные разговоры. Но это тоже сознание, это часть сознания. Ну, пока вот так я отвечу. Потому что, вообще, это вопрос, конечно, очень такой путанный, и я еще попытался на него ответить. Так что Рати, я думаю, будет доволен. Вы говорите о том, что душа человеку дана дьяволом. Но в таком случае, какова же задача человека на пути к Богу? Избавиться от души и в каком-то ином качестве перейти к следующим испытаниям? Или усмирить душу, подчинив ее разуму? На этот вопрос я уже так или иначе, косвенно или напрямую уже отвечал. Я могу здесь только еще раз повториться, да? Что человек должен уравновесить душу, чтобы она вообще перестала существовать, а осталось только место для нее. То есть опять вернуться в божественное состояние. Скажите, пожалуйста, когда дьявол дает душу человеку, он это делает в пику Богу, чтобы остановить человека в развитии и, соответственно, остановить развитие Бога? Или же он делает это по замыслу Творца, так как дьявол создан Богом? В этом мире все мы, не секрет, да, созданы по его подобию, по подобию Всевышнего, Бога, Господа нашего. Но вы поймите, и мы живем тоже по его подобию. А кто вам сказал, что тот же дьявол не живет по подобию Господа? Конечно, по подобию. Он же хочет, как бы, представлять из себя тоже Господа, что ли, да? Он хочет, дьявол, главная задача дьявола, подменить собою Господа, то есть стать Богом, понимаете? Всевышним стать. Вот главная задача дьявола-то и вся его борьба, соперничество. То есть он хочет через гордыню стать Богом, понимаете? И проблема-то в том заключается, что Господь ведь создал, да, этот мир, он был уравновешенный, абсолютно отсутствовавший, и вдруг был создан за счет того, что взволновалось пространство, Господь его взволновал своим словом, и из тьмы породился свет, ну и так далее, и тому подобное. А дьявол, сотканный по образу и подобию Бога и стремящийся стать Богом, он тоже хочет что? Создавать что-то. И когда он видит, что есть место для души, но ее нет, и он понимает, что вот здесь он вполне может взволновать пространство и создать душу. Он говорит, а я вот создам душу и создам человека, и я буду Богом для человека на земле. То есть главная задача дьявола – стать Богом для человека на земле. Не на небесах, а здесь, на земле, стать Богом. Чтобы ему все поклонялись, но через душу, которую он оживил и дал. Понимаете? Таким образом. Вот я ответил бы так на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, в процессе жизни можно ли потерять часть души? Как это отразится на человеке? Нужно ли в этой ситуации возвращать эту часть? Или же наоборот имеет смысл растерять всю душу
и тогда останется только божественное. Если как-то утеряна часть души, а такие аномалии бывают, то я считаю, вообще-то можно и не искать эту часть, и не возвращать. То, что было, уже оно и не нужно, значит. Надо понимать, что часть души – это не значит, что масса души уменьшилась, понимаете? Мы же помним, что душа единая на всех, одна большая, да, в этом мире сознания. То есть часть души – значит какая-то часть, которая ну, не участвовала в твоем развитии, но она не нужна, значит, иди дальше. Иди дальше и создавай новые части, говорится, новые понимания. Расширяйся, да, и понимай мир ярче, глубже, выше, как угодно. Я бы хотел вам предложить такой вопрос. Эмоции, чувства являются продуктом души, душевной деятельности. Когда человек эмоционирует, он теряет энергию. В этот момент человек теряет часть души, или же эта энергия состоит из какой-то другой материи, отличной от материи самой души. Я думаю, что здесь даже физик любой улыбнется и скажет, закон о сохранении энергии надо молодому человеку, да, почитать и изучить или вспомнить. То есть, когда человек эмоционирует, это не значит, что он тратит свою энергию и становится меньше. Если он эмоционирует, значит, он что-то сбрасывает, но у него освобождается место, и туда новое что-то поступает, понимаете? То есть, ну, не бывает такого, чтобы он, кто-то, вот, какой-то человек из себя что-то выставил и не получил взамен. Такого не бывает. Свято место пусто не бывает. Помните такое выражение народное, да? Не забывайте об этом. То есть, другими словами, любая энергия восполнима. На что будет похожа жизнь человека, если он выключит свою душу, перестанет переживать, перестанет чувствовать, остановит все свои эмоции? Что будет на Земле, если все люди перестанут чувствовать, эмоционировать? Будет жить только на уровне ментала. Как будет выглядеть такая жизнь? Если все люди на Земле избавятся от души своей, и каждый в отдельности избавится человек, живущий на Земле, то наступит Царствие Небесное. А что значит Царствие Небесное? Это абсолютная гармония, это абсолютная логика, это абсолютное удовольствие, которое уже не предусматривает ни восторгов, да, ни пиков восторгов, ни каких-то унижений и падений в какие-то омуты болевые там и так далее. Это будет вот огромный вдох навсегда, понимаете? Ну, пока так, я поэтически объясняю, так как у нас у всех души есть, и нужно объяснять на языке души, иначе человек не понимает, потому что мозгами мы не умеем понимать. Мы умеем только душой понимать что-то в этом мире. Поэтому я стараюсь объяснять вот на пальцах. Да. То есть будет Царствие Небесное. Скажите, пожалуйста, чем отличается душа мужчины от души женщины? Спасибо. Интересный вопрос, конечно. Но я улыбаюсь не потому, что там мне как-то улыбчиво видятся женщины, их души или мужские. Я улыбаюсь, потому что вообще-то различия мужчина-женщина, это различие существует только от физического тела, понимаете? То есть на самом деле душа в каждом из нас, она не имеет женского или мужского начала. Она оно, понимаете? Душа в человеке, она абсолютно не принадлежит мужскому или женскому началу. И пока душа в теле, допустим, женщины, она просто имеет налет определенного поведения, отношения к мирозданию, к поступкам там, и так далее. Да? Пока в душе мужчины то же самое, уже будут свои какие-то заморочки. Какие мы уже знаем. Да? То есть на самом деле душа не имеет рода ни мужского, ни женского. Все души одинаковые совершенно. И самое интересное, что даже вот душа любого ребенка и любого взрослого человека, и старика, и какого угодно человека, они тоже одинаковые. Ибо что такое возраст? Возраст – это всего лишь опыт, не больше того. Причем опыт, который не пригодится, можно сказать так. Вот. Который не нужен, который даже мешает видеть новое и заставляет стареть человека. Опыт, прежде всего, заставляет человека стареть. Так вот, делайте выводы, да? Получается, душа, что в ребенке, что в девочке маленькой, что в мальчике маленьком, что во взрослом мужчине, что во взрослой женщине, что в старушке, что в старике, абсолютно одинаковая.
Душа не имеет рода, душа не имеет возраста. Существует ли возможность научиться видеть душой? Если такая возможность существует, как этому научиться? И вы могли бы рассказать, что в принципе представляет из себя видение душой? Я здесь тоже немножко улыбнусь, позволю себе. Дело в том, что скорее надо было немножко по-другому сформулировать сам вопрос. Не видение душой, а ее отсутствие. То есть вот где фрагменты появляются отсутствие души, вот там человек в эту замочную скважину начинает наконец-таки видеть мир таким, как он есть, понимаете? Все остальное через завесу души, через свои эмоции, он видит мир искаженным, абсолютно искаженным. Поэтому, чтобы действительно видеть душой, вот душа, да, то надо в ней протереть замочную скважину, то есть ее крохотный участок отсутствия. И тогда можно что-то видеть. Какими органами души или тела воспринимается и регистрируется астральное видение? В основном любое астральное видение очень сильно разнится с реальностью. И через астральное видение, через его наработку, многие люди могут угодить вполне места неприятные, да, то есть дурдом, по-другому сказать. Потому что будет желаемое за действительное представлять, и еще может пеной у рта кому-то доказывать что-то. Отсюда, конечно, человека надо будет лечить, на самом деле никто его не вылечит, пока он сам не поймет. Его можно только переубедить, чтобы он перестал этим заниматься. Дело в том, что астральное видение, понимаете, если душа сама, она вот нереальная, она созданная, взволнованная Богом, не Богом, вернее, а дьяволом, да, ну, который стремится стать Богом, вот в каком связи, то, естественно, любое астральное видение – это будет, ну, как возможность, но не реальность, понимаете? То есть, как возможность. И когда я, допустим, своих соучеников призываю там, на астральный полигон, там еще куда-то, на свою планету, то я, в принципе, стараюсь как можно чище вывести человека в высший астрал, чтобы он хотя бы там приближенно почувствовал немножко, как он отрывается от души и чуть-чуть смог бы увидеть уже разумом что-то, понимаете? То есть, вот только на это я нацеливаю своих соучеников, которых подготавливаю к выходам в астрал. Этому я тоже обучаю. Так что получается, все-таки в конечном итоге, да, любое астральное видение – это заблуждение. И чем чище человек от него избавляется, вот высший астрал, выход в высший астрал, это уже на стыке с менталом, да, тем он уже больше действительно видит почти приуравновешенной, так, ну почти приуравновешенной душе своей. Спасибо. Материализации мыслей и ваших желаний. Российский первоисточник, автор множества книг, высшие магии мысли. Вы можете научиться. Выходы в астрал, параллельные миры, энергологика бизнеса, телепатия, формула любви, дыхание сознания, магические операции. Школа вечеров Всеслава Соло. Контактный телефон 8 903 622 40 18.